небу здесь, в магнитке до этого дня, точнее в финале. Но когда ли Алексей позвал нас сюда, остались бы навечно. Магнитка, магнитка, крутая вечеринка, веселые команды, здесь круто и смешно. Магнитка, магнитка, последняя попытка, в глазах наших искринки. Вашему вниманию представлен чрезвычайно привлекательный, уникально новый, мягкий знак, коллектив, сокращенно ЧПУНИК. Нам пора. Смотрим. Что? Ты дурак, что ли? Ты что творишь? Вы же сами сказали, город металлистов! Не металлисты, металлурги! Сплавься отсюда! Ребят, давайте соберемся, это же финал! Мы должны удивлять! Да. Давайте песнями продолжим! У кого есть песни? У меня есть песня. Кроме него. Да у меня есть песня. Про что у тебя песня? Для Рустама Валиевича. Пой. А я не хочу, вообще не хочу видеть сторис, шутки про пчу. Так, стоп! Это вообще никуда не годится! С песнями у нас так, не задалось? Сиди. Почему с нами Адриат играет? А что? Он когда разговаривает, плюется. Я в смысле? Ребята, нельзя так про меня говорить. У меня вообще-то есть талант. Мне все всегда отвечают да. Вот, Саня, ты капитан? Ну да. Ну что, Караганда, тьфу ты. Ну что, Тимур Тау, как говорила Жанна Дарк, зажигай! Итак, представьте, собрание атеистов. Ой, ребят, извините, опоздал. Да, ничего страшного. Так, все в сборе? Все. Ну и слава богу. Итак, как-то раз на дорогах нашего города. Творишь. А ты что на пешеходном переходе встал? Да, я дальше пройду. Так. Подожди, мне мама звонит. Алло, мам? Да, мне удобно говорить. Так, подожди. Стой. Ты хочешь сказать, что я приемный? Мам, подожди, ну А теперь давайте представим встреча трансформеров. Ну что, автоботы, я Оптимус Прайм, и я призываю вас. Бамблби, а это кто? Я Жигули Дайрабаев. И что ты собираешься делать? Ну, я, конечно, многого обещать не буду. Время покажет, вы мне главное время дайте. Я вообще не знал то, что партия меня именно сюда отправит. Ну, как говорится... Алга, автоботы! Итак, случай в одном из дворов. Эй, многоуважаемый, сел сюда быстро. Молодой человек, я очень спешу. Эй! Мне по барабану, сел сюда. Ну, мне правда нужно идти. Я сейчас встану, ты ляжешь, сел сюда. Шайбо, металлург! Саня! Ты что тут устроил? Не те металлурги, не хоккейная команда, мы в Тимур Тау. Ты прям как реклама в Ютубе. В смысле? 3 секунды, уже бесишь, все, иди отсюда. Саня, а ты что сидишь? Обиделся, что ли? Иди сюда. Не хочешь следующую стенку объявить? Ну что, магнитка, давайте сделаем так. Я говорю нам, вы говорите пора. Нам! 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 Ну нам ведь реально пора. Нам! Нам! Нам!
Нам? Ну а поскольку актеры готовы, в кабинете крестного отца магнитки. Алексей Ли, пожалуйста, возьмите меня в свою команду. Ты пришел сюда и сказал мне: Алексей Ли, возьмите меня в свою команду. Сделал это без уважения. Алексей Ли, а почему вы стоите на стуле? Ты смеешься надо мной? Ни в коем случае, Алексей Ли. Целуй мой перстень. Перстень! У вас там тоже перстень. Ладно, я беру тебя в свою команду. Вы серьезно? Да. Что это было? Ничего. А у нас все. Y. M. C. A. Стоп, ребят. А теперь ты попал? Да, Сань, теперь ты попал в КВН. Ну что, вам понравилось же выступление? Ну а перед вами была команда, а если вы не запомнили, Артур! Ты что, не написал? Так вот она. Вот мы команда, нам по... Ты что, не дописал, что ли? Сюда. Стой, подожди. Потом в гримерке покажешь. Ну а перед вами была команда «Нам пора». Спасибо! Спасибо.